мое сожаление по лесу и по нам. Красные можжевельны, снежные сожаления, ветви отяжелелые, светлого сожаления. О, как хотела мама, что мы сышем прямо, вечная слава, мама, тем, кого сломала. Стань, мама, о-о-о, я шел прямо. Всем салют! Ребят, добро пожаловать на стрим. Сегодня воскресенье, и сегодня у нас Шорт Парис. Их новый альбом, мини-альбом, новое-новое. Я услышал заглавную песню альбома позавчера, когда она вышла. Альбом 2 дня, если что. Я ее услышал на стриме, и у меня даже реакция уже вышла на нее. И меня очень заинтересовал этот релиз. Поэтому сегодня я с неподдельным искренним интересом прям половину стрима готов посвятить этому явлению, этому релизу. И вообще поговорить с вами немножко про группу Шорт Парис. Давайте сразу несколько вводных. Во-первых, я послушал альбом 1 раз. То есть я не сидел с Википедии, я не писал сценарий, я не готовился прям целенаправленно вот. Как это бывает с некоторыми моими разборами, когда я разбираю альбомы, которые я хорошо знаю, которые я давно слушаю, то есть, ну, там, типа альбомов Noize MC, Оксимирона, там, Deepak Sense, которые я разбирал, Маркула. Я их послушал несколько сотен раз перед тем, как делать разбор на стриме. Альбом Шорт Парис «Новое-новое» я послушал 1 раз сегодня. Подумал над ним немножко, и сегодня хочу поделиться. То есть это будет что-то среднее между реакцией и разбором. Мне кажется, что между стульями тоже есть пространство для креатива. Я про группу Шорт Парис узнал давно, я уже рассказывал об этом, но повторю на всякий случай. У меня, когда я жил в Питере и варился в музыкальной тусовке, у меня была привычка чекать, что происходит на периферии, потому что легко рассуждать о том, что... В музыке ничего нового не происходит, когда ты чекаешь только там чарты в ВК и Spotify. А я смотрел паблики студии звукозаписи. Что там записывается? И вдруг в паблике петербургской студии Oxygen я увидел, что вот у нас записывается такая вот малоизвестная группа Шорт Парис. Я включил,
и обомлел. Нифига себе. Вот это, ребята, ёбнутые экспериментаторы. Начал читать, начал смотреть. И они в целом произвели на меня, ну, такое очень неоднозначное впечатление. То есть было понятно, что это силище. Было понятно, что это творческая мощь очень большая. Но как это донести до людей, мне было непонятно. То есть, когда я узнал про группу Sharp Paris, у них было, по-моему, 1005 подписчиков. И они выступали во всяких очень странных, неоднозначных местах. Вот самое мне запомнившееся, как они выступали в подвальном магазинчике. Вы знаете, магазинчики с сигаретами на первом этаже многоквартирных домов. Вот они в таком магазинчике концерт устраивали. И вот таким вот вывертом сопровождалось практически все, что я слышал про группу Sharp Paris. Потом я чуть-чуть расфокусировал зрение, начал смотреть в другую сторону. Бац, проходит несколько лет, они собирают Олимпийский. Чего, блядь? Вообще не понял, как это произошло. И меня восхитило, конечно, как они выросли. От андеграундной команды, которая просто была экспериментаторами, просто была очень необычной, просто была очень не такой, как привычные музыканты, группа Sharp Paris, не побоюсь этого слова, сейчас стала одной из главных российских групп вообще в принципе. Потому что они пишут песни и они поднимают темы, которые затрагивают все российское общество. Они отражают Россию сейчас. Вам может не нравиться угол преломления их зеркала. Вы можете быть не согласны с эстетикой, там, с формой, в которой они это делают. Но отрицать то, что темы ими поднятые сейчас являются центральными для нашей страны и для нашего народа, по-моему, просто глупо. Их музыка кажется очень нишевой, удивляет популярность. Пишет. Да, меня тоже очень удивила их популярность. Меня удивило, что в такое большое количество людей это попало. Но как факт, это попало. И сейчас они выпустили мини-альбом, который называется «Новое-новое». Сейчас я вам покажу его обложку. Вот она. И непонятно, чего было от него ожидать. Вот по этой обложке. Но тут девочка, причем очень такая нарочито старомодно на советский лад сделанная фотография, держащая в руках земной шар. И вот эта надпись «Новое-новое», которая символизирует рубежность. То есть я, когда посмотрел на обложку и прочитал название, подумал, что это будет что-то про переход рубежей. Потому что мы сейчас с вами находимся на рубеже, мы находимся на стыке времен, мы находимся на стыке истории нашей страны. Понятно, что Россия не будет такой, какой она казалась нам еще год назад. История нашей страны поворачивает в абсолютно непредсказуемом направлении, и группа Sharp Paris, которая как никто умеет рефлексировать русскую мысль, русскую боль, русскую душу, мне кажется, как минимум заслуживает того, чтобы к ним прислушались, когда они поднимают эту тему. Не буду делать вид, что я альбом не слышал. Я слышал альбом, и там эта тема поднимается на протяжении всех песен. Так или иначе. Шрифт как у новой газеты, или я путаю, я не возьмусь утверждать, что это прям тот же шрифт. Вот, про каждую песню я буду говорить по ходу прослушивания, говорить в своем темпе, иногда делиться своими мыслями, ощущениями, иногда просто наслаждаться музыкой и периодически зачитывать ваши комментарии, поэтому пишите в чат. Я буду зачитывать, и это сделает тоже реакцию немножко более полной. Потому что будет не только мое мнение, но я буду транслировать ваше. А мы начнем тогда прямо сначала с заглавной песни, которую мы вместе уже слушали, но я выделю некоторые моменты и текст выведу вам на экран. Потому что обложка нам не нужна, а вот текст нам понадобится. Поехали.
солнце, ветви спеленного тополя. Стоп. Начинаем обсуждать. Во-первых, меня очень удивило еще на первой реакции, вы ее в записи можете посмотреть, меня удивила звуковая картина. Очень интересным показался подбор звуков, потому что вначале нас встречает такой прям электронный, такой прям почти индустриальный синт. И при этом такой попсовый, сладкий, мелодичный голос, который прям вот очень мягко звучит, что для всей этой электронной индустриальной эстетики, в общем, редко свойственно. Спрашивают, когда будет разбор Горгорода? Разбор Горгорода через неделю, 13 ноября, в годовщину выхода альбома. И что Николай здесь поет? Агония, ярко блещет золотое солнце в ветвях спиленного тополя. У меня это вызывает одну конкретную ассоциацию. Значит, да, еще один дисклеймер для людей, которые не умеют воспринимать рецензии. Искусство не обязано быть понятным. Искусство не обязано быть конкретным, и более того, как писал наш любимый Оскар Уайлд, определить значит ограничить. Поэтому я не берусь утверждать, что группа Short Paris имела в виду именно то, что я вот сейчас вам рассказываю. Я делюсь тем, что я услышал, потому что автор ничего не хотел сказать своим произведением. Вся ценность, ощущение красоты, ощущение осмысленности, все это возникает в сознании зрителя, в сознании слушателя в момент соприкосновения с произведением. Автор в этой цепочке уже не участвует. Поэтому я делюсь исключительно своим мнением, своей трактовкой, своими ощущениями, своими эмоциями. У вас могут быть свои, пишите в чат, пишите в комментарии, я буду их зачитывать. Потому что иначе будет миллиард комментариев о том, что нет, песни совсем не об этом, ты ничего не понял. Вот я делюсь тем, что я понял. А песни должны быть разными, и люди разные, они понимают их по-своему. Песня, называющаяся «Новое-новое», почему я заговорил про вот эту рубежность? Как сочетается название «Новое-новое» с тем, что первое слово этой песни — это слово «агония». Агония — это предсмертное состояние. Это что-то, что предвосхищает смерть. И вот тебе сразу рубеж. Потому что что-то умирает, что-то начинается. Ярко блещет золотое солнце в ветвях спиленного тополя. У меня в этот момент заиграло тополиный пух, жара, июль. Вот это такое для поколения, из которого Николай, вокалист группы Short Paris, и вообще вот для моего поколения и чуть-чуть постарше, это песня-символ. И вот этот спиленный тополь, с которого пух уже никуда никогда не полетит, он для меня стал олицетворением той самой агонии. Агония, ярко блещет золотое солнце в ветках спиленного тополя. Вот оно. Надо же было такому случиться. Долго не падала сбитая птица. Тихо точила рот. Нож, нож, это сила, бой, молодежь. Стоп. Возвращаемся к тому, про что я уже говорил. Группа Short Paris практически олицетворяет собой Россию сейчас. Это люди, которые, на мой взгляд, наиболее художественно, наиболее полно, наиболее глубоко рефлексируют боль целой страны, целого народа. Надо же было такому случиться, долго не падала сбитая птица. Это очень, как бы сказать, это очень хорошее описание того, что происходило с нашей страной последние 8 лет. Я эти строки воспринимаю так, что вот наше общество, наша страна долго, удивительно долго не падала в то, во что она упала сейчас. Хотя понятно, что предпосылки были, и все умные люди в 2014 году делали вот так. Ребята, 33-й год, мы где-то под Гамбургом. А дальше появляется сквозной образ, который будет на весь альбом.
Это образ ножа. Тихо точила родина нож. Нож — это сила, пой, молодежь. Родина, точащая нож, это в том числе и страна, которая готовится к войне, это страна, которая готовится к репрессиям, это та самая родина, которая готовится убивать. И для меня вот эта вот третья, четвертая строчка «Нож — это сила, пой, молодежь» — это скорее-таки противопоставление, потому что «Нож — это сила», и «пой, молодежь» звучит как приказ или как угроза. Оно не звучит как добрый ласковый призыв после строчки «Нож — это сила». Но эта строчка нам еще понадобится. А вот это вообще дословная цитата, тут выкупать надо. Вот оно, новое царство. Это все, что происходит в России до сих пор. То есть мы не заметили вообще, но 4 года назад в России произошел государственный переворот. У нас сменился конституционный строй, и как бы страна очень сильно поменялась, если вы не заметили. Поэтому вот оно, новое царство. Вот уже, погляди, бьет заря. Новое-новое крепкое братство. Только не подведи, милая. Сейчас кто-то заметил, кто-то нет. Кто заметил, уже улыбнулся, кто не заметил, тому я сейчас укажу, куда посмотреть. Новое-новое крепкое братство. Это положение страны как изгоя. Потому что действительно, ну, вспомните, на самом деле, ну, оглянитесь немножко во времени назад. Еще недавно мы были в числе стран Большой Восьмерки. Мы были одной из множества стран мира. Превратились в изгоя. И начали дружить с людоедскими режимами. Наши ближайшие друзья теперь талибы, запрещенная в России террористическая организация. Наши лучшие друзья — это Северная Корея, это Венесуэла. Вот оно, новое-новое крепкое братство. А дальше строчка «Только не подведи, милая». Это почти дословная цитата того, что накануне войны писала одна из главных пропагандисток России, Маргарита Симонян. Неужели началось, она написала, «Матушка, только не подведи». Это прям воплощение человека, который подзуживает, улюлюкивает, ожидая, что сейчас будет война, сейчас он на этой войне озолотится. Потому что, конечно, пропаганда озолачивается каждый раз, когда начинается война. Но вот это вот людоедское «только не подведи» — это прямая цитата главной российской пропагандистки Маргариты Симонян. И вот этот гитарный звучок тоже очень странный. Но как он в тему и неожиданно здесь звучит. Прям индастриал-индастриал такой. Опа! Увидев, что родина-мать превращается в сбрендившую старуху, от которой надо прятать колюще-режущие предметы, молодежь начала точить свой собственный нож. И вот она, рубежность. С одной стороны агония, с одной стороны умирание, а с другой... вот оно, новое, вот оно. Сейчас должно появиться что-то новое. И что-то новое... это молодежь, которой раньше приказывали петь,
которая теперь начала тихо точить ножи. Потому что, мне кажется, надо быть слепым, чтобы не видеть, что в нашем обществе уже посеяны семена гражданской войны. Я об этом говорю уже довольно давно, и, ну, мне кажется, теперь вы понимаете, что я имел в виду? Или как это? Вы все еще не интересуетесь политикой? Ребята из Шарт-Парис это чувствуют. У нас сперва Родина точит ножи, приказывая молодежи петь. А потом молодежь начинает точить ножи в ответ. И поехали. Тут у меня есть две ассоциации на этот момент, потому что у нас раньше спиленный тополь был как образ. Вот уничтоженный какой-то теплой грусти, уничтоженной ностальгии. Вернее, не уничтоженной ностальгии, а уничтоженных символов того, что теперь вызывает только ностальгию. Такой символ того, что вот детство кончилось. И так как раньше уже никогда не будет. И ярко блещет золотое солнце в перьях сбитого журавля. У меня два сразу образа перед глазами. Во-первых, был такой известный фильм «Летят журавли», который был очень широко признанным. И, ну, это такой шедевр. Это фильм, который можно было показывать на экспорт, можно было гордиться. Вот у нас есть фильм «Летят журавли». Понятно, что сейчас, как и многое в российской культуре, оно все перемазано кровью уже и стало токсичным. Нравится нам это или нет, но вот эта история с отменой русской культуры, она действительно есть. Но она имеет не тот вид, который пытаются подать нам пропагандисты. Просто все вот эти вот наши рассказы и достижения теперь воспринимаются немножко в патологическом ключе. Они теперь воспринимаются в ключе текущего информационного контекста. И саднит от них вот этим вот металлическим привкусом крови, конечно. А второе — это «Ярко блещет золотое солнце в перьях сбитого журавля». Второй образ — это образ огромного количества людей, которые сейчас покидают свою страну, потому что журавли — птицы перелетные. И подбитая перелетная птица — это в том числе и большая часть российского общества, которая сейчас чувствует себя раненой, преданной и вынужденной оставить дом. И сразу после этого... А, да, ну и выше там, вот оно, новое небо, чистое, как кусок хрусталя. Вот уже напекли черного хлеба, только не подавись, милая. Черный хлеб по старой русской традиции кладут на могилу умершего. Поэтому агония приходит к своему логичному финалу, и мы, вот эта самая молодежь, которая тихо точит ножи, мы уже напекли черного хлеба для похорон, и, милая, только не подавись. Это была такая миниатюра, что мужчина ходит к газетному киоску каждый день на протяжении многих недель, смотрит на первые полосы газет. В какой-то момент продавец не выдерживает и спрашивает его: «Простите, что вы ищете? Может, я вам подскажу?» Сказал: «Я жду некролог». Он говорит: «Так вы ничего не увидите. Некрологи печатают на последней странице». Мужчина загадочно улыбнулся и сказал: «Некролог, который я ищу, будет напечатан на первой». Молодежь наточила ножей, напекла черного хлеба и замерла в тревожном ожидании. Потому что понятно, что будет. Понятно, что оно начнется. Начнется то самое новое.
И вот на последнюю, буквально, там, на последние 5 секунд, это уже прям чистокровный индастриал. При этом вот с такой рефлексией, с таким мягким вокалом, очень необычное сочетание поп-музыки. Ну, это не поп-музыка, это именно вот такой красивой мелодичной музыки с индустриальным инструменталом. Инструментал, на самом деле, очень такой агрессивный, очень живой, очень такой неоднородный. И в нем такая и злость вот эта есть, злость молодых. И при этом он звучит довольно старомодно. То есть в нем он неоднозначный, его интересно слушать, его интересно щупать. А вот интересная версия из комментариев, да, что журавль — это еще журавль в небе, что теперь нет ни синицы в руке, ни журавля в небе. Тоже, кстати, да. Мне это первым делом в голову не пришло, но тоже такой образ журавля широко распространен. Вот оно, новое. А вот со второй песней получилось интересно, потому что вторая песня — это песня «Наташенька». И с ней, как говорят у нас некоторые слои населения, все не так однозначно. Так, не понял. Сейчас не понял. А, он просто короче сильно, поэтому он наверх улетал. О. «Наташенька» называется песня. И сейчас я... Давайте сперва вам дам послушать, а потом будет сюжетный твист. Музычка, да, тоже? Стилистически. Знакомый символ, да? Блики на лицо ее бросая. Наташенька нога я. Выбедила девочка нижнюю губу. Мертвенькими ручками болтая и ножками тоже помогая. Чувствуете, да, что с музыкой происходит? Направление рая, мокрая Наташечка нагая.
Наташенька Нагая. Опа. Я специально песню целиком сперва дал послушать, чтобы никто ни хера не понял. Те, кто понял, сейчас ехидно улыбаются, те, кто не понял, пока пребывают в счастливом неведении. С чего бы начать? Давайте начнем с того, что это не стихи группы Шорт Парис. Это стихотворение небезызвестного Эдуарда Лимонова, ныне покойного уже. Лимонов в последние годы как-то выпал из общественной повестки, и он не очень сейчас как-то на слуху, но вообще Лимонов персонаж по-своему культовый. И это стихотворение, написанное одним из его героев в такой работе по тюрьмам. Там герой написал это стихотворение в памяти своей умершей Наташеньки, лежа на нарах, на шконке. Он такую как бы эпитафию написал. Почему группа Шорт Парис берет и пишет песню на стихи из книги Лимонова в свой альбом «Новое-новое»? То есть, ну, во-первых, спрашивают, как я отношусь к Лимонову как к автору. Лимонов однозначно талантлив как автор. То есть он однозначно умел зацепить, он умел писать. И писал так, что это было, мягко говоря, не всегда приятно. Но искусство не обязано быть всегда приятным. Это требовало преодоления. Как и музыка Шорт Парис требует преодоления. Вообще любое интеллектуальное искусство, оно имеет довольно большой порог вхождения. Меня поэтому удивляет популярность группы Шорт Парис, потому что обычно группы с большим порогом вхождения остаются на низком уровне популярности, потому что массовый зритель не любит, когда надо сложно, много куда-то вникать. Но все-таки, почему группа Шорт Парис берет стихотворение персонажа Лимонова в свой альбом? Стихотворение «Наташенька» посвящено конкретному человеку. У Лимонова там была сумасшедшая история любви длиной в жизнь с такой девушкой, женщиной по имени Наталья Медведева. Она умерла в довольно юном возрасте, ну как, было там за 40 немножко. Но у них было там 15 лет безумного романа с Лимоновым, когда там, измены, сопли, слезы, попытки убить друг друга, они прям сходили с ума друг по другу, особенно Лимонов по ней сходил с ума. Поэтому то, что его герой написал стихотворение, посвященное Наташеньке, понятно, что это стихотворение самого Лимонова. Лимонов был революционером. Лимонов был человеком, который пытался сформулировать, какой должна быть новая Россия. Это было очень радикально. Я с Лимоновым был не согласен. Я считаю, что его идеология опасная и вредная. Но группа Шорт Парис почему это берет сюда? Потому что Наташенька для меня здесь выступает образом Родины. И вот это вот слащавое такое попсовое ба-да-да-да. Такое, ну прям вот как из каких-то кей-поп песенок пропевочка. Она же превращается в бум-бум-бум. Напомните, а во всяких мультиках, комиксах, а что описывается звуком бадабум? По-моему, взрывы. И как-то зловеще начинает звучать, да? Про мокренькую Наташеньку Нагую, которая машет мертвенькими ручками под звуки выстрелов и взрывов. Поспешает в направлении рая, мокрая Наташечка Нагая. Я в этом вижу просто образ Родины. Лимонов, как человек, который о судьбах Родины написал и сказал очень много, образ его любви и все это в альбоме «Шорт Парис. Новое-новое». Родина умирает от войны, которую она же развязала. Родина расплачивается за собственное безумие. А герой смотрит ей вслед и ничего не может с этим сделать. Как бы ты эту родину не любил, она поспешает в направлении рая.
Ну, и уж тут надо удержаться и Путина не процитировать про то, что мы попадем в рай как мученики, а они просто сдохнут. Это уже, предположим, мои личные тараканы. Но вот такая интересная деталь, потому что Шарпарис часто берут чужие стихи, но выбор очень уж неочевидный с Наташенькой. И такая, да, экспериментально-попсовая обертка, которая ни хрена не попсовая, если приглядеться. И вот эта песня, наверное, самый большой порог вхождения имеет. Ты в нее, когда погружаешься, тебе сперва сложный такой, о, тяжело. А потом понимаешь, зачем это надо. Альбом короткий, в альбоме всего 4 песни, мы уже экватор, считай, прошли. И дальше. Слушал ли я «Гетто в озере»? Да, конечно, слушал, на стриме слушали. И дальше начинается песня, которая, на мой взгляд, является квинтэссенцией этого релиза. У нее даже название очень такое, рождающее неконтролируемые ассоциации. Называется «Праздник ножей». Блин, риф очень похож на рифы группы «Пионерлагерь. Пыльная радуга». И по звуку, и по настроению. Гармонически очень похож на них. Ну, теперь давайте останавливаться. Образ ножа уже вылезает в название песни. «Праздник ножей». И здесь Шорт Парис, как коллектив, который, в миллионный раз повторяю, чувствует и рефлексирует состояние целого народа и целой страны, выражает в аудиальной форме, наверное, самое русское, что есть вообще в нас. Есть такая черта у русского человека. Ее сформулировал, гениально выцепил в свое время никто иной, как Александр Сергеевич Пушкин. В своей работе «Пир во время чумы». Вот «Пир во время чумы» — это очень русское состояние. И вот этот вот праздник крови, лязг металла, громче, еще громче, больше будет больше, веселее, с нами Бог. Вот это вот шепотом сказано, с нами Бог. Да, мы русские, с нами Бог, можем повторить. И вот это ощущение, вот это вот состояние эсхатологического восторга, когда все рушится, кровь, железо, смерть, и это наполняет тебя каким-то таким опьяняющим абсолютно безумием. Это прям что-то жуткое в тебе пробуждает, такое первобытное, животное. И вот это есть в нашей культуре, это есть в нашем народе. Вот это чувство эсхатологического восторга, когда все рушится, мир катится в ад, и это завораживает. Железо пело. При этом чувствуете, что вот это вот да-да-да с тем же посылом в другой культуре, например, в немецкой культуре, это был бы Рамштайн.
Это даже ритмически был бы... Это был бы риф группы Led Zeppelin, песня «Кашмир», который потом в вольной интерпретации Джимми Пейдж... После того, как Рамштайн интерпретировали Джимми Пейджа, превратился в риф песни «Mein Herz brennt». И вот это вот «ту-ду-дум», «ту-ду-дум», оно бы прям звучало по-другому в другой культуре. Но у Шорт Парис оно звучит очень мягко, очень музыкально и очень вдохновляюще. Очень так опьяненно. Гражданской войны. Ну и вы же не думаете, что я случайно вспомнил здесь Рамштайн. Фраза «С нами Бог», помимо классического, там, «Мы русские, с нами Бог», можем повторить вот это все. Это же дословный перевод девиза «Gott mit uns». А это девиз Германской Республики. И, Республики, что? Германской Империи. И это такой прям очень устойчивый клич, который в том числе использовался, например, в гитлеровской Германии. «С нами Бог» на немецком имело вид «Gott mit uns». Вы видели очень много раз во многих исторических фильмах этот девиз. Вы его видели даже на герме... Что? У меня немножко звуки путаются сегодня. На герме вы его видели. На гербе Германской империи. То есть это прям официальный девиз был в свое время. И ассоциация, такая аналогия очень все-таки прослеживающаяся. И чувствуете, да, насколько по-разному окрашены слова? То есть у нас тут железо пело, кровь сдурела, вот это вот опьянение и восторг. И вдруг оно приводит к совершенно другому эмоциональному состоянию, к рефлексии. Совесть выла, выла, уже нет никакого восторга. Вой — это абсолютно противоположная эмоция. Вой — это... Выть можно от боли, от отчаяния, от страха, но ничего опьяняющего, ничего будоражащего и разгоняющего кровь по венам в этом уже нет. Вой — это абсолютно противоположный символ. Совесть выла, и дальше горе плыло дальше. То есть оно начинается с опьянения, восторга вот этого вот эсхатологического и всего прочего, а дальше... Оно приходит к тому, что совесть выла, горе плыло. Тут появляется совесть и горе — это два слова, которые очень трудно сочетаются с первой частью повествования. Они одновременно невозможны, они возможны только последовательно, одно за другим. Сперва ты опьяненный кровью имперец, который жаждет стереть весь мир в труху. А потом до некоторых из вас доходит, до некоторых нет, конечно. Но это сменяющие друг друга состояния, они не могут быть параллельно в физике. Параллельная такая реакция невозможна, только последовательная. Как отличить математика от физика? Попроси назвать антоним слову «параллельно». Математик скажет «перпендикулярно», физик «последовательно». Но
как он это тянет гипнотически, прям магнетично и завлекающе. Невероятно. И дальнейший каскад образов. Песни швов, мятой юбкой вдов, красным флагом слов праздник реет. То есть, ну, во-первых, красный флаг, еще один образ того, куда движется наша страна. И чувствуете, да, как настроение в тексте поменялось, и как вот этот вот шаманский вокал уже не несет такого восторга и такого заряда. А наоборот, так чернеет и опускается. Одна буква поменялась. То есть праздник сеет, посеянные семена, а потом праздник реет. То есть всходит и начинает развиваться. Развиваться через Е. Праздник! Заметьте, в тексте вот этот момент описан как «да», «да-да-да», но звука «д» он не произносит. Он просто и тут, наверное, вот в этот момент надо напомнить о том, что в пресс-релизе к альбому есть только одна фраза от группы Short Paris, которую они сами написали про свой альбом. Если вы захотите подпевать песням, то правильнее делать это сквозь сжатые зубы. И вот это вот... Оно вообще-то там никакого да-да-да там нет. Там а-а-а, такая сквозь зубы такая. Прям зажатая. Горе плыло. И заканчивается праздник ножей тем, что горе плыло все-таки. Все-таки горе. Пробирающая песня абсолютно. Я ее... Говорю, я весь альбом один раз послушал. И я фоном под альбом, чтобы как раз поймать настроение, делал обложку, которую вы видели перед стримом, и которая на записи будет в качестве обложки видео. И мне кажется, что вот именно и цветовая гамма, и настроение ко мне окончательно пришли вот на третьей песне. Я там даже периодически останавливался в работе, закрывал глаза и слушал. Я больше слушал, чем читал текст, потому что я хотел больше эмоционально прочувствовать альбом. Тем более там, ну, разборчивый текст, там не надо ничего читать особенно. Я поэтому сейчас обратил внимание на это «да-да-да», которое «а-а-а» у меня в ушах было, но я прям хотел прочувствовать настроение, чтобы вот обложка отражала то, что я услышал в альбоме, и как раз при первом прослушивании я слушал музыку и параллельно делал обложку, рисовал. Пишет, обложка сильная, спасибо большое, значит, у меня получилось. Ну что, и последняя песня. Тут готовьтесь.
Тут все то, о чем я говорил, придет к своему логичному финалу. Все же неспроста, все не на пустом месте возникло. Песня «Полюшка, Поля». И тут я сразу скажу, это тоже не стихи группы «Шорт Парис». Это песня 33-го года. Важно, 33-го. Написанная композитором Львом Книпером и стихи поэта Гусев. Его фамилия. Виктор Гусев. Это такая военная песня, написанная в 33-м году, то есть между Первой и Второй мировой войной. Опа, настроение, да, сразу? Нагнетание такое. Ой, недоброе это начало. Понимаете, да, что сейчас будет? В первой песне «Новая, новая» нам показывали родину, которая точит ножи, и молодежь, которая начинает точить ножи в ответ. Во второй нам показали, как родина сама себя убивает, уничтожает и лишает жизни. Третья песня показывает вот это опьянение, предвкушение того, что сейчас мир исчезнет в языках пламени. А четвертая песня вот такая. Это уже чистой воды война. И тут опечатка в тексте. Текста официального до сих пор нет. Текст взят с стороннего сайта с текстами. Там на площадках текста до сих пор нет, к сожалению. Который официально группой был бы опубликован. Но вот едут по полю герои, эх, до Красной Армии герои. Мы сейчас видим этих героев. В кровавой, бессмысленной, позорной войне с соседями. И сейчас, конечно, это особенно звучит. Чем дальше, тем больнее. Девушки плачут, девушкам сегодня грустно. Милый надолго уехал, эх, да милый в армию. Вот что удивительно. Песня-то 33-го года, не военного времени, междувоенного. Прикиньте, как изменилась жизнь. Раньше для нас военные песни это было что-то такое вот из глубокого прошлого, про времена, которые остались там и к нам как-то напрямую не относятся. А теперь я слушаю эту песню, и все поменялось. Это песня мирного времени, а мы ее слушаем в военное время. Мы ее слушаем во время войны, а написана она была, когда войны не было. Удивительно. Как по-другому работать начало. Слезы, он добегут до быстро паровозы, долетят высоко самолеты.
Вот он так это поет, что в этом совершенно же не слышно ни капли уже ни восторга, ни восхищения. Наоборот, он поет это как будто... Как будто превозмогая, как будто ему самому немножко тошно от этого. Как будто его самого подташнивает от того, что он поет. Потому что, конечно, весь этот героизм с быстроногими конями и быстроходными танками, сейчас мы понимаем, что это позор. И все эти герои, которые отправляются грабить, убивать и насиловать, это же просто скот. И... Это долго рефлексировать, это долго осмыслять нам на национальном уровне. Нам на личном бы каждому разобраться с этим. Но понятно, что никакого героизма и восхищения здесь нет, и по вокалу это чувствуется. Никакого ощущения вот этого величия военного и близко нет. В чате спрашивают, немного опоздало, интересно, Камягин как-то прямо высказывался о войне в Украине. Насколько я знаю, Камягин вместе со мной, вместе с огромным количеством людей, еще 24 февраля выходил на антивоенные протесты. Что, по-моему, является достаточно прямым высказыванием. Чувствуете, да? Нету никакого вот этого атрибута военного марша, вот этого чего-то сплачивающего, чего-то такого воинственного. Зачем нужны марши вообще? Потому что это очень четкий, долбящий в унисон ритм, который объединяет людей, который поднимает их боевой дух, который дает им почувствовать себя единым целым, потому что для человека... На животном, на подсознательном уровне очень важно чувствовать себя частью стаи. Мы коллективные животные. Человек поодиночке не выживал. Поэтому чувство силы и чувство защищенности у тебя появлялось в момент, когда ты чувствовал себя частью стаи. Вот принадлежность к большой зубастой стае, которая способна дать отпор любому врагу. И ритмичный звук, барабаны... Все это показывает численность, силу, грозность этой стаи. И когда ты чувствуешь, что ты в этой стае состоишь, ты начинаешь чувствовать себя защищенным, сильным. Ты еще начинаешь ощущать безопасность и готов отдаваться этой стае. Здесь же ни хрена этого нет. Здесь наоборот такой скорбный очень инструментал, который скорее располагает к тому, чтобы опять же рефлексировать, чтобы думать. Чтобы осмыслять один на один с самим собой. Под эту музыку в атаку на танки не побегут. Никто не побежит. Она совсем не про то эмоционально.
В ней нет вот того, что обязано быть у военного гимна. У боевой песни вот этой нашей. Но это вообще похороны. Пусть сильнее грянет песня, эх, да наша песня боевая. Как он это произносит, он же вообще не размыкая зубы это поет. Вот это вот момент, когда у тебя сводит абсолютно лицо от... либо от гнева, есть такой норадреналиновый гнев, холодный, когда... ты вместо того, чтобы взрываться, там, швырять посуду, наоборот, вот это вот такое чувство, когда ты, у тебя как будто сковывает все лицо, и не получается по-другому звуки издавать. И, ну, вот этот эпиграф, что если вам захочется подпевать этим песням, делайте это сквозь крепко сжатые зубы. Потому что Камягин сам поет через крепко сжатые зубы здесь. Всего 4 песни. Час разговариваем о них. Показательно, по-моему. Очень интеллектуально наполненная композиция. Очень интеллектуально наполненный релиз целиком. Очень давящий. И я говорю, для меня феноменально является популярность этой группы, потому что действительно же очень большой порог вхождения. Вот вернусь к своей мысли, которую я полчаса назад высказывал, что у любого высокоинтеллектуального искусства... Почему высокоинтеллектуальное искусство очень редко бывает массовым? Потому что большой порог вхождения. Зритель не любит много думать, зритель не любит, когда сразу непонятно, когда надо вникать. Потому что клиповое мышление, потому что музыка — это фон. Потому что искусство стали низводить до функции. А понятно, что никто столько не думает над своим творчеством, сколько автор. И если слушатель подумает хоть немножко, он получит гораздо больше. Не то, что там автору это принесет больше, это самому слушателю даст больше в, опять же, эмоциональном, интеллектуальном плане. То есть это эмоциональный опыт. Для меня этот альбом — это эмоциональный опыт. И, конечно, это сильнейший проект. То есть, ну, я думаю, что сейчас Short Paris одна из тех групп, которые олицетворяют собой Россию. Я повторю эту фразу, потому что они, конечно, большие художники. Это не просто музыканты. Это именно искусство в прямом понимании этого слова. То есть, они используют разные приемы для этого. И клипы, и обложки, и тексты, и перформансы, и концерты. Все это... большая такая арт-площадка, на которой талантливые, образованные и глубоко чувствующие люди экспериментируют. И с точки зрения того, как этот альбом вызывает эмоции, это, конечно, большое искусство. Эти эмоции далеко не всегда приятные, но искусство не обязано быть приятным. Но должно быть цепляющим. Меня это цепляет. Меня зацепила первая песня, меня зацепил альбом целиком. Это, конечно, нелегкое такое музло на вечер, которое ты включишь, чтобы расслабиться после тяжелого дня. Но периодически под состояние это будет именно то, что ты включишь и растворишься в этом. Я добавляю себе весь альбом. Ну, я уже добавил. Я это сделал еще до стрима. И периодически я буду его переслушивать, рефлексировать. Я буду его включать для того, чтобы прислушаться к тому, как эти песни отзываются во мне. Потому что есть вот эта функция зеркала. Когда, слушая песню, ты начинаешь лучше понимать себя. Что в тебе отзывается, что в тебе не отозвалось. Что отзывается теперь по-другому, что раньше отзывалось одним образом, а сейчас иначе. В общем, я впечатлен. Это
однозначно очень сильно, очень вовремя и очень глубоко. Читаю чат. По поводу популярности. У Short Paris важнейшую роль играет визуал. Именно их клипы сделали их популярными. Критики писали, что их клипы — это театр плюс музыка, да и песня «Страшно», с которой они для многих выстрелили, стала такой популярной благодаря клипу. Мне казалось, они стали популярны благодаря песне «Так закалялась сталь». Но «Страшно» тоже была хитом, конечно. Что слушаем? Читайте название стрима. Очень жду клипов на этот альбом. Я не думаю, что они здесь обязательны. По крайней мере, мне хватает тех картинок, которые рисуют мое воображение при прослушивании. Я боюсь... с клипом какая-то песня может заиграть по-другому совсем. Я, например, не удивлюсь, если Наташеньку экранизируют. Но... пока мне хватает внутреннего кинотеатра. Дима, какой клип для тебя самый впечатляющий? Из Short Paris? Гетто в озере. Прям впечатлил. Как раз сегодня смотрел нарезку, очень понравилось. Вот, нарезка была, это первая реакция на новое-новое. А сейчас, считай, вторая. То есть я послушал один раз до стрима, и вот сейчас на стриме слушаю весь альбом второй раз, а заглавную песню третий. Альбом прямо по-новому раскрылся, слушала до стрима один раз всего, и совсем другие ощущения были. Вот поэтому я говорю, что чтобы побольше получить от какого-то релиза, его надо несколько раз послушать в разных состояниях, в разной компании иногда. Ну и я стараюсь подмечать какие-то детали, делиться своим ракурсом, своими взглядами какими-то, как я это вижу. Надеюсь, вам это дает тоже дополнительную опцию. То есть это не значит, что вы должны полностью принимать мои трактовки и мое мнение на веру, но вы можете послушать, понять, ага, а еще это можно увидеть вот так. Интересно. И это может углубить ваше восприятие. «Гетто в озере», помню, клип смотрели вживую на стриме. Тогда ты отходил, помню, минут на 10. Я тоже курить отходил, хотя меня задеть довольно сложно. Да, «Гетто в озере» было очень пробирающе. Пишут, уже есть вроде клип, я не видел пока клип. Давайте проверим. Есть ли клип? Официальный канал Short Paris. Нет, нет никакого клипа. Последний клип 3 месяца назад. «О, как хотела мама», «Зов озера», «Порту», с которого мы в ускоренном виде начали сегодня. То есть первая часть «Гетто в озере» и вторая часть «Зов озера». Все, 3 месяца назад последний клип. Нет, дезинфа в чате. Меня торкнул релиз, очень темный, будоражащий, психологически нереально тяжелый. Я не уверена, что пока готова его переслушивать. Никогда не слышал Short Paris, но теперь... Short Paris. Я переучиваюсь правильно их произносить. Но теперь буду. Спасибо большое, Дима, за то, что открыл для меня эту группу. Пожалуйста, приходите на стримы, тут много хорошей музыки. Дима, обзор «Гетто в озере» же только для подписчиков в Бусти. По-моему, реакция моя не выходила на этот клип, поэтому да, записи стримов полностью доступны подписчикам Бусти Патреона. Ссылочка есть в описании. Записи стримов целиком я не сохраняю, кроме вот таких разборов. Очень необычное, смелое и качественное звучание. Согласен. И главное, очень глубокое. То есть, понимаешь, когда ты слушаешь этот альбом... Думаю, текст можно убрать. Вот так сделать. Ты понимаешь, что каждый звук, каждый переход, каждая модуляция, все, что сделано в рамках песни, это принятое решение, это осознанно. Вот это очень ценно. Это я очень ценю в творчестве, когда
автор подходит осознанно к тому, что он делает. Не я сюда впиндюрил гитару, потому что, ну, что-то надо было сюда впиндюрить. А я впиндюрил сюда гитару с конкретной целью. Я хотел добиться конкретного эффекта, и я его добился вот таким инструментом. Это выдает зрелость, это показывает опыт, это показывает как раз глубину мысли. Теперь, кроме крайних альбомов «Шорт Парис» и «Таймс Сквер», больше не могу ничего слушать. Настолько злободневно и круто звучит. До мурашек, до слез. Ну, понятно, что такие вещи отзываются сейчас сильнее всего. И оттесняют на дальний план все остальное. Когда я тебя смотрю, для меня открываются новые краски песен, картинки. И я, как таковые, в голове не могу нарисовать, зато очень чувствую эмоции, которые переданы. Это иногда срывает башню из-за того, что примеряю это на себя, но почему-то это нравится. Может, живее себя чувствую. Акапелла, я тебя понимаю. Я тоже очень примеряю на себя, и кого-то это может раздражать, но я просто такой человек. Это то, как устроена моя психика. Я не могу прикинуться кем-то другим и не хочу. Я вот так вот живу нервами наизнанку. Мне охеренно больно жить из-за этого, потому что я эмпатичный, у меня развитый эмоциональный интеллект. И я хорошо чувствую боль. Я чувствую разную боль, я различаю ее оттенки. И когда я слушаю музыку, я ее пропускаю через себя. То есть если она попадает в меня, я насильно ее в себя не запихиваю, но если она в меня попадает внутрь, то я ее через себя полностью пропускаю. И эмоционально, конечно, это, с одной стороны, тяжело, но с другой это и развивает. Это как... Ну, не хочется проводить аналогии с мышцами, но психика тоже приобретает какую-то и глубину, и эластичность, и ты просто чем больше всего разного испытываешь, тем богаче у тебя палитра, тем шире у тебя эмоциональный спектр. И чем больше эмоций ты испытываешь, тем больше эмоций в дальнейшем ты можешь испытывать. Есть вероятность, что мы как-нибудь на стриме послушаем альбом Times Square? Послушаем, возможно, однажды. Я не могу обещать, к сожалению. Слишком много крутых альбомов сейчас выходит, и слишком мало у нас воскресений на это. Вот тут подписываюсь под каждым словом, эмпатичность на стримах Димы иногда делает очень больно, но это все равно прекрасно. Больные эмоции, в моем понимании, не являются плохими, просто мрачные краски и все. Хорошие или плохие эмоции — это же в голове все. Эмоции — это факт, а факт — это самая упрямая в мире вещь. Дальше это вопрос отношения. Есть песни, фильмы, клипы, которые причиняют боль. И мы их смотрим, и мы их любим. Потому что это наша боль. Они же не только транслируют нам боль автора. Боль автора вообще невозможно передать. Ты можешь, глядя на боль автора, почувствовать собственную, которая ему созвучна. И мы любим все эти фильмы, клипы и песни за то, что они показывают нам нашу боль. Просто чужими словами, чужими образами. Но поскольку у людей есть какие-то общие переживания, то переживание и боль одного человека может попасть в другого и отозваться в нем. Даже отозваться как-то по-другому, как автор этого не закладывал. Еще раз, автор ничего не хотел сказать своим произведением. Эмоции никак не окрашены сами по себе. Это вопрос того, как ты к ним относишься. Так что спасибо вам большое за компанию. Было интересно разобрать этот релиз для вас. Напишите в комментариях, как вам,
Как вам альбом? Какие мысли возникли по ходу прослушивания? Через неделю будем слушать «Горгород». Будет 7 лет со дня выхода, прям в годовщину выхода альбома. В воскресенье 13 ноября мы слушаем «Горгород». А дальше на этом разбор альбомов не закончится. Будут следующие альбомы. Поэтому, если хотите какой-то альбом, тоже напишите в комментариях. Буду рад почитать. По-моему, вышло интересно. Мне, по крайней мере, точно было интересно. Надеюсь, вам тоже. У меня на этом все с этим альбомом.